Добрый день, с вами Светлана Розель и прогноз по валютам от MyFinBuy. Сегодня поговорим о том, почему доллар рос в течение недели, евро обновил годовой минимум, а также, что будет с курсами валют на ближайшие недели. Специально для MyFinBuy об этом рассказал старший аналитик компании Альпари Евразия Вадим Иосуп. Добрый день. Если говорить о внешних факторах прошедшей недели, то необходимо отметить заметное снижение евро и рост российского рубля. В частности, пара евро-доллар снизилась за неделю с 1.1740 до 1.1590 или на 1,3%. К российскому рублю подешевели обе иностранные валюты, и если доллар снизился совсем немного, с 72,9 до 72,8 российского или на 0,1%, то евро опустился с 85,6 до 84,4 российского или на 1,4%. К белорусскому рублю доллар и российский рубль в результате подорожали, а евро ожидаемо снизился. Доллар за неделю вырос на 0,59%, евро снизился на 0,67%, обновив минимум с начала года, а российский рубль подорожал на 0,71%. В результате роста доллара и российского рубля стоимость валютной корзины в очередной раз выросла на 0,4%. Это вторая неделя подряд снижение белорусского рубля к валютной корзине. Вероятнее всего, на начавшейся неделе евро продолжит дешеветь на мировом рынке к другим валютам. При этом сценарии доллар к концу недели может подорожать до 2,53, евро может снизиться до 2,89, а российский рубль может подорожать до 3,48 за 100 российских. Вадим, спасибо за ваше мнение и прогноз. Напомню, что следить за курсами валют удобнее всего в приложении MyFin. Ссылку ищите в описании. Увидимся через неделю.